Диафильм Юнбат Иванов. Была война. Враг рвался к Ленинграду. Фашистские самолеты бомбили город. Витя Иванов еще спал, когда громкий голос репродуктора объявил: «Воздушная тревога». «Куда?» — спросила мать, видя, что сын торопливо схватил брезентовые рукавицы. «Без тебя обойдутся. Марш в бомбоубежище». «Не могу, мамочка. Все ребята на крыше». Над городом вражеские самолеты. Завывают сирены. Стреляют зенитные пушки. На крышах домов дежурят дружинники. Вместе с ними и Витя Иванов. Сбит один, второй фашистский самолет. Несколько вражеских стервятников прорвались к центральным улицам. Они сбрасывают зажигательные бомбы. Трах, трах, заходила под ногами крыша. Рядом отверстие. Бомба пробила железо и упала на чердак. Витя и его товарищи бросились на чердак. Хватают бомбу железными клещами. Тащат к большому ящику с песком. «Молодцы, ребята!» — кричит дядя Вася, командир дружины. «Берегитесь огня, глаза прикрывайте. Еще раз дом спасен от огня». Но однажды враг бросил на дом не зажигалки, а большую фугасную бомбу. Горящей волной отшвырнула юного пожарника к барьеру. Витя очнулся, когда самолеты уже улетели. Его отнесли в подвал, куда теперь переселились Ивановы. Пришла холодная и голодная зима. Ленинград отрезан от всей страны. Фашисты постоянно обстреливают его из пушек, сбрасывают бомбы. Смерть косила людей, но город жил, трудился для фронта и сражался. Иногда голодные ребята выходили во двор. Они уже не бегали, не шумели, как прежде. Чтобы поднять настроение, Витя играл ребятам на баяне, но сил было мало, он скоро уставал. Вечером приходила с работы мама, приносила два кусочка хлеба. Один он съедал сразу, другой утром. Варила у мамы жидкую похлебку, но все равно хотелось есть. Однажды мать возвратилась с работы поздно. Витя заглянул в сумку. «А где же хлеб?» «Я потерял продуктовые талоны», — ответила мать и заплакала. Настали для Ивановых самые тяжелые дни. Витя уже не вставал с койки. «Хлеба, хлеба хочу», – бормотал он, теряя сознание. В углу, в железной бочке с водой, отозвалось эхо. «Хлеба». Вся надежда на баян. Услышал Витя тихий голос матери. «За него могут буханку дать». «Нет, нет», – хрипло крикнул мальчик, и, уткнувшись лицом в подушку, горько заплакал. Приснилось Вите, будто он воюет с фашистами, похожими на пауков. Вместе с ребятами он бьет врагов. Прыгают фашисты-пауки в канал. «Буль, буль», — булькает вода. «Фу, устал», — говорит Витя. «Пойду поем, чайку попью». Вбежал в комнату и удивился. Все как до войны. В комнате светло, тепло, уютно. На белоснежной скатерти баян, а вокруг вкусная еда. «Никому меня не отдавай», — говорит человеческим голосом баян. «Витя, сынок, проснись», — будет его мать. «Посмотри-ка, что я сварила». Витя открыл глаза. «Ешь, Витя, люди добрые помогли». «А баян?» «Баян цел.
только стол на дрова изрубила. Неожиданно на 2 дня приехал с фронта отец, привез продукты. Но больному Вите нужен врач. «Бери его с собой», — сказал товарищ отцу. «Полковому врачу покажем. Уговорим командира сыном полка у нас оставить». Так и решили. Укутали мальчика потеплее, понесли в машину. «Баян возьмите», — попросил Витя. «Видать, настоящий музыкант», — улыбнулся солдат. «Будет фронтовиков веселить». Витю оставили в полку. К весне он оправился, окреп. Комиссар взял его к себе ординарцем, научил стрелять из карабина и автомата. Ходил Витя с комиссаром на наблюдательный пункт. Смотрел в стереотрубу и увидел притаившихся в кустах фашистов, сказал артиллеристам. Открыли пушки огонь по врагу. Уничтожили фашистские пулеметы. «Зоркий у тебя глаз», — похвалил офицер Витю. «Теперь ты настоящий юный батареец, а сокращенно юнбат». Ходил Витя и на огневую позицию к отцу. Там играл солдатом на баяне. «Хороший у тебя сынишка», — говорили артиллеристы наводчику Иванову. Иногда отец давал Вите выстрелить из пушки. Это несложно, нужно лишь дернуть за шнур. Пушка вздрагивает и раздается выстрел. Ствол быстро откатывается назад и потом плавно становится на место. Однажды, когда Витя был на огневой, начался сильный обстрел. Вражеские снаряды порвали линию связи. «Рядовой Демин, на линию», — приказал офицер. «А заодно проводи Витю в штаб». «Пойдем, Витек», — сказал пожилой связист. «Да не беги быстро, не угонюсь я за тобой». Вот и свежая воронка, а в ней концы перебитого провода. Солдат принялся зачищать один конец, Витя второй. Вдруг фонтаном взметнулась земля. Когда Витя очнулся, увидел — Демин мертвый. Связь опять порвана. Мальчик быстро соединил концы провода, зажал их зубами и потерял сознание. Нашли Витю только к ночи. В госпитале пришлось зашивать рану. Больно, но юный воин терпит, не плачет. Только очень жаль ему связиста Демина. Вскоре дело пошло на поправку. Попросил Витя свой баян, стал играть. Раненые слушают. Врач говорит, музыка поднимает настроение и раны заживают быстрее. А тут горе случилось. Пришло Вите в госпиталь письмо от комиссара полка. Погиб в бою отец. 3 дня Витя лежал, отвернувшись к стене. Ни с кем не хотел разговаривать. Шептал тихо. «Я за отца отомщу». После выздоровления Витю послали в полк связи. Полк размещался на окраине Ленинграда. «Будешь в школу ходить», — сказал командир. «И службу нести». «Есть», — ответил маленький солдат. Однажды дежурный разбудил Витю. «Вставай, юнбат. Помоги солдату Тимофееву. Город он не знает, а где-то опять связь порвана». Для Вити район знакомый. Прошли через двор завода, пробрались сквозь развалины детского сада, перелезли через забор больницы. Наконец нашли место, где снаряд повредил кабель. Быстро восстановили. А утром Витя Иванов уже за школьной партой так и жил. Как-то вечером майор разбудил Витю. «Подымайся, юнбат, поедешь на концерт в Малый оперный театр. Баян свой возьми». «Есть», —
– ответил Витя, а сам подумал, какой еще на войне концерт? Зачем? Мчался по улицам мотоцикл. Вез юного баяниста-фронтовика на концерт, который давал Ленинградский фронт для воинов и жителей города. Слышны разрывы снарядов. Фашисты обстреливают улицы. Еле доехали. Хорошую исполнил ефрейтор Иванов песню. «Браво! Бис!» – кричали в зале. Потом Витя играл «Танец маленьких лебедей» Чайковского, что еще в музыкальной школе разучивал. И снова буря оваций. За участие в концерте самому юному фронтовику-баянисту Вите Иванову командующий фронтом объявил благодарность. Возвращался юнбат Иванов в свою часть веселый, довольный. И надо же, разорвался неподалеку снаряд. Осколок впился мальчику в голову. Снова госпиталь. Вышел из него Витя в тот день, когда воинам полка вручали медаль за оборону Ленинграда. Командир прикрепил медаль и юнбату Иванову. «Отпускаю тебя на весь день», — сказал он. Теперь враг был далеко от Ленинграда. Витя шел домой к маме по ожившим уже улицам. Хоть и прохладно, шинель нес на руке. На груди блестела медаль за оборону Ленинграда. Пришла долгожданная победа. Витя Иванов начал учиться по-настоящему. Закончил Нахимовское училище, потом высшее военно-морское училище имени Фрунзе, стал офицером. А теперь капитан первого ранга Виктор Петрович Иванов живет и служит в Москве. Иногда он достает из ящика старые фронтовые фотографии, дорогую для него память о военном детстве.